хотелось бы сказать, чтобы вы перестали писать о работе, о трудоустройстве. Как бы мы не представители никакого агентства. Мы никого не рекламируем, мы не пытаемся. Мы никого не рекламируем, да, и мы даже не можем ручаться и советовать. Нескольким людям, конечно, мы давали там координаты, но, насколько я знаю, даже они не устраивали, ну, то есть они не могли устроиться, потому что не было вакантных мест. Вот. Не нужно... Мы снимаем влог о нашей жизни, о том, как у нас здесь получается, и вы... И те люди, которые хотят что-то взять, они возьмут из... Из окружения, из окружающего всего, как мы это поступаем, как мы с ним разговариваем. Да. Мы не напрямую никому не помогаем, мы не собираемся, мы ни друзья не помогаем, никому, потому что мы сами не знаем, куда мы попадаем и что нас ждет впереди. Да, мы действительно, мы не можем ручаться, то есть есть каналы, которые снимают именно от агентств, я не раз встречала такие каналы, они именно представители этих там агентств, или они сотрудничают с несколькими, они там за них ручаются, они за них там... могут отвечать, да, да, этих людей, эти координаты передавать и так далее. Мы, это вообще не об этом. То есть, если вы к нам подписались из-за того, что и смотрите нас, из-за того, что надеетесь, что мы вам дадим координаты, путеводную звезду вам в руки вручим, путеводитель, как найти супер-пупер офигительную работу, где не надо ничего делать, бить баклуши и получать деньги. Нет, да. Этот канал не об этом. Мы вас спешим разочаровать. Мы вот это, что озвучили, это была информация, которая была дана нам в помощь, так как мы там искали работу, нам дали. Да. Мы эту информацию вам же и отдали обратно. Да, мы ничего нигде не припрятали. Получилось так, что мы ей не воспользовались. Мы выложили все на форуме. Заходите, ссылка в описании. Каждому писать координаты какие-то. Особенно, честно, вы меня, конечно, извините, не обижайтесь, но когда вы начинаете еще и, то есть, более, типа, а вы можете там чуть ли не попросить за нас. А вот что там за жилье? А вот там семейный пар... Ну, как я же могу? Как я могу вам ответить? Не знаю, мы пообщались с ничейкой. Он сказал, мы работаем, не кидают на деньги. Да, все, мы в принципе вот... Все, мы... что надо знать, все, не кидают, мы сами оформляют, звоните, узнавайте. Какая работа тяжелая, ну, ребят, опять же, ну, не бывает, мне кажется, легкой работы в Польше, но нужно об этом тоже понимать. Да. Мы не ведем канал с чистой коммерческой цели, мы не пытаемся никого рекламировать, мы ни с кем не договариваемся. И... Да, у нас монетизация была включена только буквально там сколько, неделю назад, ну, да? Да. То есть у нас нет абсолютно никакой вокалыма с этого и так далее, понимаете? Этот канал о нашей жизни. Вот как мы живем. Мы это все показываем, транслируем. Если мы завтра уедем случайно в Россию, либо во Францию, либо в Америку, мы не вернемся в Польшу, например, никогда больше в жизни. Ну, ничего страшного, мы не перестанем снимать. Наш канал о нашей жизни. Мы снимаем влоги. Да. Влог — это ежедневное жизненное блогерство, короче. То есть дневник нашей жизни, видеодневник. Да. Спасибо всем, кто нас поддержит, кто нас любит не из-за того, что мы работаем в Польше. Да. Хотя сейчас даже мы еще не работаем. Вы у нас спрашиваете, в чем работа заключается. Мы даже там еще не были. Да. В общем, хочу сказать, официально вам всем заявить, обижайтесь, не обижайтесь. Впредь я на такие сообщения не буду отвечать. Я честно старалась ответить на каждое сообщение, чем могла, что думала, что знала. Но сейчас это уже дошло до такой вот немножко пика. И тем более все координаты, которые мы узнаем, мы либо в видео транслируем, либо на форуме. Либо на форуме. У нас, да, создан форум. Ссылка в описании есть. Заходите, смотрите, также делитесь сами. То, что просто брать, это тоже неправильно. Если у вас есть какое-то агентство, в котором вы слышали что-то, напишите его. Также черный список можете добавить, также любую информацию давайте, это будет полезно, так же таким же, как вы. Да, там и о том, где покушать. И поляки нам уже оставляют комментарии, где вкусно покушать. Заходите на этот форум, ну, он абсолютно бесплатный, он ничего этот там форум с был, вас не... был сделан с целью того, чтобы обычные люди, которые едут сюда в первый раз, либо в второй раз, помогали друг другу, также для себя искали какую-то поддержку, какую-то помощь. Может, вы там собираетесь на этом форуме втроем, четвером, пятером человек, и подружитесь и поедете вместе куда-то работать. Ну да, почему нет? Это позже. Этот форум был сделан не чисто из этой цели. Он сделан на бесплатной платформе. В общем, не то, что вы ищете, мы не будем давать вам путеводитель, как и где можно заработать. Нам кажется, что в Польше действительно, ой, здесь на Ютубе о Польше, о работе действительно много очень каналов. Очень много, да. Любой, заходите, смотрите. Там, мне кажется, расскажут намного больше, чем мы. Мы расскажем чисто свой опыт, делимся им, и все.
Да, и когда вы нас также осуждаете в комментариях, говорите, вы ни о чем не рассказали, ребят, ну мы реально, мы рассказываем то, что мы видим своими глазами, своими ушами слышим, и все, мы не можем больше, мы не можем переездить там, а как в Варшаве, а как там, а как там, ну откуда ж мы знаем? Не обижайтесь, правда, мы не хотим там никого обидеть, и честно, благодарны каждому зрителю, каждому комментарию, каждому лайку, потому что нам действительно понравилось снимать видеоблоги, нам... Ну... Взамен на лайки, подписку. Все, ребятки, всем спасибо, что вы состоите с нами, подписывайтесь, ставите лайки, не обижайтесь, все будет классно, а мы продолжаем ехать домой. И спасибо, кто с нами. Да.